Выдержит любой мороз. Гирлянда на главной елке Самары особенная. Сделана на резино-каучуковой основе, и потому любые холода ей не страшны. Общая длина всей гирлянды более километра, а кроме нее на елке почти 30 световых панно свеча. Все гирлянды мы проверили у себя сначала в Горсвете неоднократно. Все аппараты защитные, всю автоматику мы протестировали, все проверили, все закрутили, лампы перегоревшие, все подготовили у себя в Горсвете и привезли уже все в рабочем состоянии. Огни самарской елки зажглись точно по расписанию в 16:50. Сейчас на площади Куйбышева идут последние приготовления к новогодним гуляньям. Уже открыт городок ледовых скульптур. Их в этом году 8, все со светодиодной подсветкой. Замечательно, с подсветкой, конечно, вообще шикарно. Все и обвили, все стволы, все кругом светится. Прям замечательное настроение новогоднее. Мы видели елку красивую, она с украшениями, звездочка. Мне кажется, это очень хорошая традиция, когда под Новый год есть такое место, куда можно прийти, погулять, посмотреть на освещение, на елку. Мне кажется, нужно эту традицию продолжать каждый год. В этом году впервые Самара стала площадкой для уникального светового шоу «Полетели в Новый год». Технология называется видеомэппинг. Это 3D-проекция на фасад дома. Критериев здесь несколько. Здание должно находиться в центре города. Рядом должна быть большая площадь, чтобы вместить всех зрителей и массивное оборудование. Важна и сама форма здания. Театр оперы и балета подошел идеально. И это идеальная площадка, она нам очень понравилась. Вот, мы ее специально выбирали. В принципе, Самару выбрали именно благодаря тоже вот этой площадке. Это очень хорошее здание для мэппинга. В программе светового шоу две новеллы. Первая – это история любви двух чемоданов, которая случилась в аэропорту как раз перед Новым годом. Вторая новелла – это зарисовка, посвященная детским мечтам. И, конечно, мы увидим, так как этот год кино для нас является, мы увидим любимые песни из наших советских кинофильмов и мультфильмов. И на это шоу опоздать невозможно, оно будет вот в таком циклическом режиме показываться с 6 вечера до 10 вечера каждый день вплоть до Нового года. Представление «Полетели в Новый год» можно посмотреть на площади Куйбышева до 31 декабря. Валерия Макарова, Василий Колдашов, «События».